В сирийском городе Хомсе взрывы и пожары. Не прекращается минометный и артиллерийский обстрел жилых кварталов. Снаряды взорвались на территории университета. Горят два нефтехранилища в окрестностях города. По данным сирийской оппозиции, обстрел Хомса ведут правительственные войска. Дамаск утверждает, что взрывы и пожары – дело рук вооруженных боевиков, с которыми борются сирийские военные и силы безопасности. Число жертв среди гражданского населения растет. По непроверенным данным, только за последние сутки убиты от 40 до 100 человек. Сирийские власти сообщают о гибели 30 сотрудников сил безопасности. В Хомсе идут уличные бои. Местные жители сообщают, что в город вошли правительственные танки и бронетехника. На переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент Сирии Башар Асад заявил, что готов к диалогу и мирному разрешению кризиса. Однако, ссылаясь на ситуацию в Хомсе, многие страны ставят под сомнение обещания сирийского лидера. Волна вооруженного противостояния грозит переброситься и на другие города. Перестрелки и похороны погибших стали ежедневным явлением в Хаме, Идлибе и Дераа. А в минувшие выходные в Дамаске прошли похороны 50 военнослужащих правительственной армии.